Всем привет! Сегодня я буду слушать новый трек, даже клип Егора Крида «Голубые глаза». Для тех, кто меня знает, я тут недавно говорила топ своих там 7 или 8 любимых исполнителей, и вот как-то Егор Крид выбился на первое место. Ну, поэтому с удовольствием буду слушать. Мне приснился кошмар, будто вы меня выключаете. У вас в руках пульт. Вы плачете. Мне страшно. Вы нажимаете на кнопку, и ваше лицо исчезает навсегда. И остается только темнота. Пустая, холодная темнота. Я ухожу обратно. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты. Буду прерывать, чтобы по авторским правам, возможно, то периодически он как-то так-то банится. Вот за что люблю Егора Крида? За его попсу. Все-таки он более попсовый, чем другие. Вот. Не знаю, может, интересный сам по себе пацанчик как-то его. Вот. Интересно слушать, хотя, казалось бы, что-то особенного-то. Ты говоришь о любви, холодно, дик, глупо, наигранно, так, грубо, но тихо. Поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты. Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. Да вот опять я еще хочу что сказать про него. Ну, вот иной раз, когда кто-то читает, не веришь вот этим людям. Ну, а этот, наверное, все-таки такой-то всяких много душевных травм поимел. И вот у него как-то душевно получается, то есть вот веришь ему. А вот не зря он один, видимо, бросали, сходились, снова бросали. А вот какие-то у него там есть душевные переживания, поэтому у него и душевно получается. Вот, кстати, он тут поцеловался, не знаю, когда целовался Моргенштерн с Клавой Кокой, все говорили, как это она ничего, в комментариях там говорят, как это она ничего не сказала. Это фрагменты из фильма. Вот это? Это саундтрек к фильму, где он главную роль играет. А, ну, кстати, я хочу сходить на этот фильм. Я схожу на него. Я уже запланировала дату. Вот, но я не к этому. Это вот, а тут вот он тоже целуется. Наверное, мне никто не скажет, что он там поцеловался. Особенно, если это из фильма. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты.
Ну, не знаю, мне понравилось. Вот, Юрий, ну раз слушаешь, и как-то вот думаешь, ну все хорошо, ну что-то не хватает. Вот, не знаю, у Крида как-то все хватает. У него и мужское начало есть, и какая-то душевность присутствует, и сам он ничего, и песенки у него с такой вот, как бы, с подтекстом, с небольшим, то есть красиво преподнесенные фразы. Ну и клип у него хороший. Ну тут столько я хотела сказать, что это как-то клип не очень, а это клип просто из трека, поэтому понятно, что там что нарезали, то и получилось. Вот, но когда вот мне тут написали, что он еще и сам и клипы придумывает, и все, то, ну, одаренный мальчик, молодец. Всем пока.